Республика Руанда заинтересована в сотрудничестве с вашим центром в вопросах и лечебных, и образовательных, и научных. И мы сейчас все это смотрим, изучаем. Уверен, у нас получится хорошее сотрудничество по всем этим направлениям. В нашей практике, в жизни кардиоцентра, это событие первое. Поэтому для нас очень почетно и волнительно принимать такого высокопоставленного гостя, господина посла, в стенах нашего учреждения. Предмет его визита, он лежит в двух плоскостях. Первое – это обучение врачей, студентов руандийцев, которые могли бы получать дополнительные знания на базе нашего института. И второе – это, конечно, медицинский туризм, то есть все высокие технологии, которые выполняются в Тюменском кардиологическом научном центре, мы готовы предоставить для пациентов из Дружественной Республики. А что касается иностранных студентов, у нас есть такой определенный план, да, который мы хотим в ближайшие годы реализовать. Это порядка 15% от всего контингента обучающихся. На данный момент у нас их около 6% от студентов. Уже в 2023 году мы планируем вновь принять к нам в университет где-то в районе 400 новых иностранных студентов. Но это зависит не только от желания иностранных студентов, но и от возможности. Здесь и общежитие с охраной, с таким ответственным подходом университета требуется, и англоязычная компетенция, потому что большинство студентов, они все-таки владеют английским языком, и долгое время необходимо для того, чтобы владеть русским.